Всем привет, друзья! Сегодня я хотел бы вам представить обзор модели Т3476 от фирмы ICM в 35 масштабе. Модель номер 35365. Начнем обзор. Первое, что мы видим, это красочный бокс-арт и хорошая картонная прочная коробка, что очень приятно. Далее у нас коробки, литники, декали и инструкция. Инструкция у нас. Начнем с инструкции. Инструкция выполнена в виде журнала на матовой бумаге. Получается так. Вот, начнем с описания инструкции. Тут у нас получается описание танка и цвета, какие желательно использовать. Цвета не из какой-либо палитры, палитра Model Master. Так. Далее у нас обзор литников, какие у нас детали не используются в данной модели. Предлагает нам начать компания ICM сборку с верхней части корпуса. Так. Дальше пошла сборка ходовой части. Тут у нас получается есть кресло мехвода, поэтому можно будет сделать люк открытым. Далее установка катков. Дальше у нас показана сборка гусениц. Гусеница в модели виниловая, поэтому указано, как соединить. Далее у нас пошла сборка башни. Сборка башни идет и установка башни. Все, тут у нас уже получается показана готовая 3D модель и варианты окраса. Это у нас дается на 44 год, Ленинградский фронт, зима 43-44, также Ленинградский фронт. Далее у нас варианты декалей, это дано у нас получается на 43-44 год, танковая колонна, революция, Монголия. Дальше у нас вариант декалей 42-43 год, комсомолец, североморец. И еще у нас даны варианты декалей 42-43 год, это Сталинградский фронт, зима. Инструкция предельно понятна, все очень подробно описано. Далее у нас декали. Так, у нас начнем с данной детали. Это у нас верх корпуса и низ корпуса. Обоя у нас нету, утяжа нет, недоливов нет. Низ корпуса. Следы толкателей находятся внутри. Кстати, здесь тоже у нас толкатели внутри. Так, тоже никаких недочетов нет. Далее у нас литник с башней. Так, тут у нас есть небольшой облойчик вот
на деталях. Все, больше каких-либо недочетов здесь нет. Следит толкателя находится внутри башни. Дальше у нас литник с катками. Катки пролиты очень хорошо, качественно. Так, недоливов нет. Толкатель у нас находится внутри. Очень качественный литник. Далее у нас литник с разными деталями. То есть тут и ходовая, и от корпуса. На мелких деталях на данном литнике облоя нет. Следы толкателей находятся внутри. Далее у нас еще литник с деталями корпуса. Тут также все замечательно. Облоя нет. На мелких деталях недоливов нет. Тяжем также нет. Так, следы толкателей находятся внутри. Вот. И последний литник. Это еще один литник с катками. Также хочу обратить внимание, что катки очень качественно пролиты. Вот. Никаких либо дефектов на данном литнике нету. Ни облоя, ничего. Так, и у нас последнее осталось. Последний пакетик. Это у нас гусеница. Гусеница и тут еще трос. Да, трос. Ну, любители что-то скрутить, смотать, могут трос сделать самостоятельно. Ну, я, наверное, воспользуюсь этим. Так, гусеница, она хоть и виниловая, но сделана очень качественно. И вторая такая же. То есть гусеница, она хоть и виниловая, но она и рельеф хорошо пролит. Как снаружи гусеницы, так и снутри гусеницы. Ну вот и хотел бы закончить обзор данной модели. Модель у меня пока произвела только положительное впечатление. Скоро начну сборку данной модели. Она потому что у нас не для ГБ. ГБ у нас уже идет. Я сейчас ее приступаю уже к сборке данной модели. Поэтому в группе будут публиковаться все полностью стройка ее. Желающие могут посмотреть настройку у нас в группе. Всем спасибо за внимание. Ожидайте наших следующих обзоров.